Огромный временной период от 20 до 12 тысяч лет назад, 8 поселений, расположившихся на небольшой территории. В Курчатовском районе Курской области находится интереснейший археологический комплекс. Не один десяток лет ученые в этих местах исследуют жизнь и быт наших далеких предков, изучают интереснейшую эпоху палеолита. Буковские стоянки – настоящая находка. Этот комплекс уникален сразу с нескольких точек зрения. Здесь компактно расположены, в очень большой близости к друг другу, целый ряд стоянок, которые относятся к разным по датам, то есть от 21 до 13 тысяч лет, так ориентировочно. И разные племена заселяли эти стоянки. Год 2013. Археологическая экспедиция вновь работает на комплексе. Из всего разнообразия поселений Наталья Ахмедгалеева выбрала одно. Вот это место, оно наиболее уникальное и не только для нашего региона, а вообще в целом для всего бассейна Десны, потому что это единственная стоянка каменного века, на которой мы фиксируем трижды ее заселение. Уже сегодня ученые могут твердо сказать, эту территорию выбирали местом проживания представители разных племен. Мы как раз работаем над тем, чтобы понять, почему одни приходили, другие уходили. Что их вынуждало приходить, уходить? То есть вот большие работы ведутся в этом плане, с одной стороны. А с другой стороны, мы сейчас исследуем самый неизвестный для нас верхний культурный слой, то есть самое, так скажем, последнее заселение этой стоянки. Последний раз древние люди пришли сюда примерно 16 тысяч лет назад. На большей части территории стоянки этого самого позднего периода были уничтожены последующими строительными работами. Но этот участок спасла сама природа. Крупные мерзлотные деформации, которые произошли здесь 18 тысяч лет назад. Как при землетрясении, буквально кора земная треснула, два плата поменяли свое расположение, и образовалась огромная природная западина. И вот эту природную западину стали использовать первобытные люди, которые последний раз, так скажем, пришли на это место. Но уникальны не только такое близкое расположение нескольких стоянок, не только сохранность таких поздних слоев. Сама культура буковских племен не похожа ни на одну другую. Мы находимся в ареале охотников на мамонтов. Но наши обитатели охотились не на мамонта, хотя они его знали, и как подделочный материал использовали бивни мамонта, как строительный материал могли использовать. Они охотились на копытную лошадь, на северного оленя, песца, зайца, ну и так далее. Как следствие, совершенно другой комплекс каменных и костяных орудий. Многие из них не имеют аналогов во всем мире. Они не просто отличаются по виду или назначению, они опережают свое время. Например, в учебниках истории в школьных пишется, что маленькие микролитические орудия до 3 сантиметров, которые служили вкладышами, появляются уже в эпоху мезолита. То есть, когда мамонты вымирают, ледниковый период заканчивается, и идет охота на других зверей. А у нас мы их встречаем, то есть они появляются, получается, на 8-6 тысячелетий раньше. И это не случайные единичные находки, это более 50% всего состава орудий труда и охоты, которые исследователи обнаруживают на месте раскопок. Каждая новая экспедиция – это дополнительная информация. В этом году ученым удалось обнаружить новый предмет – обломок плитки. Здесь есть следы того, что на ней что-то резали. Есть следы, что здесь что-то шлифовали, причем, судя по следам, это шлифовали не костяные какие-нибудь иголочки, а вот, видимо, каменное какое-то орудие. Это намеренно просверленное отверстие. Просверлено с двух сторон. Тоже каменным орудием, то есть это совершенно новая технология, которая вот нам до этого была здесь конкретно неизвестна. Особенность этой стоянки – большое количество микролитов, тех самых орудий, которые опережают свое время. Каждый из них изучается целым рядом специалистов. Ученые не только анализируют форму, но и стараются наиболее точно определить функции. Через микроскопы мы в состоянии посмотреть и сказать, что это был вкладыш метательного орудия. Причем не просто метательного, а именно лука. Это очень важно. Дело в том, что
Большинство моих коллег считают, что в палеолите вообще не было лука и стрел. Кромка времени, патина, подсказывает, как эти элементы закреплялись. Вкладывались в стрелу, создавая несколько параллельных лезвий. И вот таким образом попадали уже в тушу животного. Каменный вкладыш такой мог застрять в теле, вызвать дополнительное кровотечение. То есть, когда уже животное погибало, ослабевшее от потери крови. То есть, вот такое вот очень интересное орудие, достаточно развитое и требующее мало сырья, к тому же. Не менее ценные находки – остатки костей. Они не просто определяют, чем питались древние люди. Они подсказывают много подробностей быта первобытных курян. Это не просто кость лошади, которую съели. Да, ее съели. Но помимо этого, она была очищена от мяса. И преднамеренно, вот здесь есть следы преднамеренно, очень аккуратного, чтобы не испортить обрубание ее, чтобы поделить эту кость. Могла и эта часть идти в употребление, например, в качестве той же подставки. Очень часто использовалась. Или, например, основание каркаса жилища. Вот очень часто использовались кости вот в основании, потому что, в отличие от дерева, они не гниют. Остатки костей тысячелетиями хранят очень точную информацию. Сами кости говорят, что за лошадь, где она обитала, сколько ей лет. Сколько лет лошади, возраст лошади до месяцев определяет палеозоолог. Такой анализ позволит определить сезонность стоянки. А вот это хорошо сохранившаяся челюсть с зубами поможет ответить на вопрос, чем питалось это животное. А значит, и какая растительность преобладала на нашей территории. Каменный век – далекая и сложная эпоха. Стоянки того времени не просто отыскать, а потому Быковский комплекс хорошо известен в научном мире. Естественно, легче всего найти стоянку, где крупные костяки мамонта. А вот найти стоянку, где всего обитало 20 человек и, возможно, всего 3 месяца, а может быть, если вот на данном комплексе мы нашли даже стоянки однодневные, что это вообще просто вот как иголку в стоге сена найти. Задача археологов не просто откопать находки, не просто пополнить витрины музеев древними костями и осколками орудий труда. Каждый камень, каждая косточка – это еще один шанс ответить на глобальные вопросы. Как вообще происходит жизнь древних людей в зависимости от сезона охоты, от времени года? Как вот меняется их быт? Как их с тысячелетиями меняется быт? Потому что меняется климат. Климат все-таки менялся, существенно менялся. Вот за это время, например, вымерли шерстистые носороги. Впереди у ученых самая интересная часть экспедиции. Каждую из находок будут исследовать сразу несколько узких специалистов. И уже в следующем году завеса тайны еще немного приоткроется.